совет. Есть на свете счастливые дни. После горьких и трудных потерь возвращаются снова они. Их дорога не так уж длинна, версты счастья короче на шаг. И немного осталось вина. Как оно? Офигенно. Что почувствовал? Почувствовал радость, эмоции и все остальное. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них. И представь... Здравствуйте! Привет! А мы с Олегой книжки купили. Я купила каску, а Раша скупала. Отлично! Это у тебя ж не видно, да? А у меня солнце в глазах светит. А, там солнышко, ну да. ничего, зато тебя хорошо видно. Да, ты лучшая, то что ты читаешь, ты молодец. Крутая. Потом... Суперсын! Помолчим о невзбывшихся снах. Да, мой Бодя! Отдохнет от звонков. Ключ в замке повернет тишина. И за печкой не слышно сверчков. Убеждаюсь в ненужности слов. Вы другим расскажите уже. Наша суперучительница! О раскаянии и о душе. Супер учительница Оксана Павлова вашему вниманию представляет. Оксана Павловна, вы самый лучший учитель года, года мира. Я уверена, я всегда знаю, что я говорю. Кольщ. Класс, и с Новым годом, да! Рядом чудотворный крест с иконами. Чтоб играли там колокола. С переливами и перезвонами. Накали мне домик у ручья. Пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткою. Нарисуй алеющий закат. Розу за колючей ржавой проволокой. Строчку, мама, я не виноват. Накали и пусть стереть попробуют. Если места хватит, нарисуй лодку с парусами ветрополными. Уплыву, волки, вот вам. Чтобы навсегда меня запомнили.
и легло на душу, как покой. Встретить мать — одно мое желание. Любимая Оксана Павловна, моя любимая Оксана Павловна, кричите с Новым годом! Герой, иди сюда. За мной, за мной. Сам наверх, ты можешь. Сначала одна нога, потом вторая, давай, никто не торопится. На меня смотри. Опа, на меня смотри. Я тут. Опа. Так, если руки в стороны на меня смотреть, получится. Пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил. Владимирский централ, да ветер северный, этапом из Твери, зло немерено лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, да ветер северный. Здесь, я здесь, на меня. Я устал, мой мальчик, устал уже. Наша генеральная поддержка, Оксана Павловна. Что бы мы делали, если бы не этот святейший человек в нашей жизни. Я когда увидела глаза этой прекраснейшей женщины, я поверила в наших детей сразу. Девочки мои хорошие! Но не очко обычно губит, а к 11 туз. Там под окном ЗК проталена тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь хоть этот оно есть, как мне твоя любовь. Покажи мне класс. Афух, афух. Афух, афух, мой мальчик. Да, какой ты красивый вот так, да. Сыя, мы с тобой друзья. Еще какие. Надо мной тишина. А можно мне незабывая дождя? Дождь проходит сквозь меня. Новое поколение. Стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобою быть, я бы сидеть. А, заряд 24 место у вас. У нас 19, да? 28. А у меня 28, мое любимое число. Ветра за спиной, я забуду голос твой и о той любви земной, что наши
Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы, и от земных оков, от зла и от добра. Нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен. Понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Стручки и дни, стежок за стежком. Живут твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не ты. Свобода — это то, что у меня внутри. Наша дорогая Оксана Павловна, да!